Здравствуйте, меня зовут Марина. Я хочу высказаться по поводу того, что происходит, потому что нет уже сил терпеть, молчать и не дождутся. В преддверии новой волны мобилизации, в которую они, естественно, загребут уже всех, потому что России нужно мясо, Россия проигрывает, и этим мясом, конечно, станут малые, так называемые, на самом деле, коренные народы, потому что так было всегда. Россия всегда вела колониальную политику по отношению к коренным народам, уничтожая и унижая их. Так будет и сейчас. Это уже происходит на наших глазах. Нас уничтожают. Исторические факты подтверждают, что буряты часто очень были на лидирующих позициях по потерям на душу населения. Так происходит сейчас. А почему? Потому что Транссиб, золото, Байкал, богатая земля. Ну, понятно почему. Нас уничтожают. Это геноцид. Это серьезно. И это очевидно. Поэтому я обращаюсь ко всем думающим, чувствующим людям, кому не безразлична судьба Бурятии. Бурятам, не бурятам, выходцам из Бурятии. Неважно. Всем, кому не безразлично то, что происходит с Бурятией. Давайте объединяться. Давайте противопоставим этому беспределу нашу решимость бороться за свою идентичность, нашу культуру, нашу историю, которую у нас украли. Давайте объединяться.